Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сегодня утром глава организации Никита Сергеевич Михалков поздравил всех россиян с очередной победой над преступностью и коррупцией. Теперь уже не только в мире шоу-бизнеса, но и над высшими эшелонами власти. Вчера состоялась первая официальная встреча главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова и нового министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова. Андрей Белаусов заявил, что полностью поддерживает работу антикоррупционного комитета и считает необходимой составляющей наличие подобной организации в современном обществе. В ходе деловой встречи Андрей Белоусов и Никита Михалков решили кардинально важный вопрос по отношению к семье бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и вынесли однозначно жесткое решение. За финансовое мошенничество в особо крупном размере, за серьезные просчеты во время спецоперации которые привели к большим потерям среди населения за получение крупных денежных взяток, за поставку некачественного оборудования в зону спецоперации, разжаловать генерала армии Сергея Шойгу до звания старшего лейтенанта. Помимо этого было принято решение направить Сергея Шойгу и его зятя, известного спортсмена и блогера Алексея Столярова, в зону спецоперации, в качестве командира взвода. По мнению Никиты Михалкова и Андрея Белоусова, это справедливое решение для бывшего министра обороны Российской Федерации, который должен искупить свою вину за безграмотное руководство и финансовые махинации. К слову сказать, что показания против Сергея Шойгу дали его бывшие подчиненные и сотрудники, женщины в генеральском звании Татьяна Шевцова, Мария Китаева и Россияна Марковская. Отметим, что на данный момент целый ряд публичных людей, включая Сергея Шойгу, Ксению Шойгу, Алексея Столярова, Тимура Иванова и семьи Ксении Собчак, обвиняются в тяжких преступлениях, поставке некачественного оборудования в зону спецоперации и получении крупных денежных взяток. Против данных негативных элементов открыты уголовные дела. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Благодаря работе антикоррупционного комитета и лично Никиты Михалкова в июне месяце все граждане Российской Федерации, отметившие 80-летний юбилей, получат повышенную двойную пенсию. Никита Сергеевич Михалков заявил, что это первый шаг справедливости. На данный момент организация по борьбе с преступностью и коррупцией требует на постоянной основе увеличить пенсию по возрасту на 35 процентов. В организацию антикоррупционного комитета Никиты Михалкова поступает много сообщений от зрителей сообщить адреса филиалов антикоррупционного комитета в городах Российской Федерации. Однако в связи с постоянными угрозами и покушениями на членов антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков пока не раскрыл адреса филиалов Антикоррупционного комитета и просит зрителей в случае необходимости связаться с организацией по адресу электронной почты. Работники пресс-службы Антикоррупционного комитета актрисы Яна Поплавская и Мария Шукшина сообщили, что отвечают на каждое письмо. Однако в связи с большим количеством писем ответы могут приходить с опозданием. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает чрезвычайные новости о известном певце Сергее Пенкине. В тот момент, когда артист был на гастролях, неизвестные преступники совершили ограбление его квартиры. Похищены финансовые средства и другие ценности на общую сумму 4,5 миллиона рублей. Антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым перечислил финансовую сумму в размере 25 миллионов рублей на увеличение зарплат работников коммунальных служб. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.